Привет всем! Вы меня слышите? Сегодня день третий. О, представляете, солнце и пошел дождь. Обалдеть! Как красиво, посмотрите, все зацвело от солнышка. Листочки распускаются, почки цветут. А у нас сегодня на обед чили кофте. И бюрекс из паната, и картошка и сыр. Посмотрите, как это все происходит. Я сейчас все вам покажу. Чамашир, йог, Сашка, видео я пью. Посмотрите. Испанак с картошкой. Сын, я пашкам любим. Видео я. Картошка, пататесла. А это анемчик. Что делает, посмотрите. Нередану я амур. Гельды нереден. Визастим йорус я амур. Картошка, пататес, севет. Испанак. Вот так происходит творение Барека. Babam çadır getirene kadar ıslandık. Salat ya başlayayım mı? Ha annem. Salat başlayayım mı yapmak? Neye? Salat, salat. Salata ne girdi? Nereye atayım şimdi? Var ya. Aldın mı? Ой. Рамазан сына хотят. Шкем не я пьёрсун? Orada demir var da önde. Şey var ya şey. Tamam. Bağlayacağız ama oğlum. Bir gördüm. То есть пошёл, надо быстро накрыть, а то наш барек. Ашкем. Сын biraz sabır et. Sabret, niye sabretmiyorsun aşkım benim? Annemcik, güzelim benim. Çekeceğim. Evet. Sen bir an söyle ne var o. Anlat. Çay demledim. Semaver'de size çok güzel çay ikram edeceğim. Semaver çayı güzel olur. Evet. Lezzetli olur. Yiyenlere, içenlere afiyet olsun. Sizde de babacığım. Elini sağlık babacığım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Canım Rus gelin, Bodrum'a gezmeye gitmiş, onu çekmiş. 39 bin kişi. Dedikoducu. Ben de şunu alalım. Nereye alalım? Скоро мы будем обедать. Evet, sen yavru, sen şeyde oturamıyorsun. Gel şu şeyi alalım. Masayı. Evet. Evet. Ama düşürmüyor. Ay güzel piknik İyi yapıyoruz. Mi? Evet. Düştü mü? Aa, kim düştü? Dur. Sen çek. Çekiyorum. Annem ama şimdi anlat sen nasıl yaptın börek? Annemcik anlat şimdi nasıl sen börek yaptın, ne var içerinde söyle. İçinde patates var. Şimdi içli köfte yapıyoruz biz. Kızartıyoruz, haşlanıyoruz kaynama suyla. У нас не заканчивается ни обед, ни ужин, мы только кушаем. Mm-hmm.
приготовили мы стол. Ждем, когда все будет готово. Ну, как ни странно, в деревне все время хочется кушать. И не наедаешься, постоянно голодный. И потому что здесь мы все в движении, занимаемся уборкой активно. Мы кушаем, 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 и мы все равно через какое-то время голодные. Я вот думала, что я набрала вес, но такой же, хотя у меня рот не закрывается. И гости, когда приходят, мы все чай предлагаем со сладостями. В общем, все очень интересно, все вкусно.